Вот вам цифра этой недели. Вокруг Шарташа проложат велодорожки на сотни миллионов рублей. Такой лот появился на сайте госзакупок. Это один из этапов благоустройства лесопарка у главного городского озера. На обновление велотрасс планируют потратить 360 миллионов рублей. Их возьмут из областного бюджета. По проекту на эти средства будут отремонтировано больше 4 километров имеющихся троп и уложено 3 километра новых. Работы пройдут в 2 этапа. До конца октября подрядчику нужно будет подготовить документацию, а к концу декабря 2020 года полностью завершить работы.